Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Мне передали эстафету Олечка с канала «Аленький цветочек». Передала мне эстафету рассказать о трех любимых цветочках. Очень сложно выбрать только три, потому что все любимые, ну вот самые-самые. Вот один из них — филодендрон «Белый рыцарь». Очень красивое растение с вот такой варигатностью. Вот такие у нас листики. Красоту просто невозможно. Я его обожаю, люблю. Очень красивый сорт и неприхотливый. Растет потихонечку, так, не спеша. Такие красивые листики. Все больше и больше белого. Летний окрас. Вот такой красавчик. Очень красивый сорт. Еще одна моя любимица — хоя бахой. Вот такая она у меня на лесенке. Растет очень красивые, крупные, сплэшистые листья. Они как парчевые, каждый листик индивидуален, имеет свой рисунок и окрас. Листики такие жесткие, так прям как клеенчатые. Так не спеша растет, но очень красивые листья. Я люблю хои с таким вот серебряным напылением, либо сплэшками, либо чем-то таким вот серебристым. Очень красивый сорт. Не часто встречается в коллекциях, но у меня вот есть. Красавчик. Очень красивый. Как-то солнышко плохо светит, наверное, плохо видно. Ну, крупные листья, вот по сравнению с моей рукой. Очень крупные. Могут быть еще крупней. То есть крупномер. Такая хоечка бахой. И третья любимица называется мурая. Вот она вся в бутонах. Пока, к сожалению, не цветет. Через пару дней сниму, уже будет вся в букетах. Очень ароматные цветочки. Пахнут как жасмин или гордыня, или смесь этих запахов. Очень приятный аромат. И потом завязываются ягодки. У меня сорт мураи не голландский, а так называемая наша мурая, которая цветет буквально там с 5 сантиметров высотой сеянцы. В основном она размножается посевом ягодок, и ягодки эти сходят, и буквально вот 5 сантиметров выросла, и все, уже цветет. Очень легко и быстро зацветает, в отличие от голландских мурай, которые, говорят, там лет 10 надо выращивать, прежде чем зацветет. Вот такие вот мои три любимицы. Филодендрон «Белый рыцарь», мурая и хоечка бахой. Вот такая вот красавица. Очень красивая. Вот, кому передать эстафету, я подумаю и напишу под этим видео. Я как-то вот так сходу не соображу. Прошу меня простить, я никогда не участвовала в эстафетах. Так это все стихийно и внезапно произошло. Вот. И я как-то даже вот растерялась. Я подумаю, кому передать, и в описании напишу под этим видео. Пока!